Всегда ли наш коммуникант ведет себя логично и рационально? Итак, психология влияния. Как убедить другого человека? Как оказать на него влияние? Рассмотрим с вами основные моменты именно в этом видео. Для начала давайте познакомимся с тем, как лучше сформулировать свое речевое высказывание. Допустим, вы обращаетесь к собеседнику и о чем-то просите. Например, вот то, что пришло мне в голову. Вы, допустим, говорите: «Подай мне вот эту ручку». Или просто: «Дай мне вот эту ручку». Но я предлагаю вам сформулировать свою речевую интенцию другим образом. А именно, скажите: «А не могли бы вы?» Или просто: «Могли бы вы подать мне вот эту ручку? А не затруднит ли вас? А будете ли вы так любезны?» Смотрите, в первом случае вы просто говорите: «Подайте мне вот эту ручку», да? И получается, что ваша речевая интенция может быть воспринята несколько агрессивно, как будто бы это такая прямая речевая формулировка, более такая напористая. В том случае, когда вы говорите: «А не могли бы вы?», вы ведь даже задаете вопрос. Это вопросительная интонация. И ваша речевая формулировка более таким обходным путем выстроена. Она более мягкая, менее агрессивна звучит и потому будет более эффективна. Это первый момент. Второй момент – это правило простого обоснования. Допустим, вы приходите к начальнику, и вам необходимо отпроситься сегодня пораньше с работы. То вы говорите: «Могли бы вы меня отпустить сегодня пораньше?» Но это не законченная фраза. Постройте ее несколько другим образом. Скажите следующее: «Могли бы вы меня сегодня отпустить пораньше, потому что…» И допустим, да, мне необходимо к зубному, мне необходимо заглянуть в институт, забрать лекции, самому отдать лекции, меня там заливают соседи, мне нужно забрать ребенка из школы, из детского садика, неважно, я просто привожу пример, мне нужно показать саму суть. Вы человеку уже сразу даете причину, даете простое обоснование, так и говорите: «Потому что». Иным образом, в голове вот этого начальника так или иначе все равно возникнет вопрос: почему я должен отпускать человека, почему он ко мне вообще обратился. Вдруг он подумает: ну вот сидел или сидела весь день, там ничего не делала, в интернете там копошилась, и теперь еще хочет пораньше уйти. Что это такое, да? То есть в голове у вашего коммуниканта все равно возникнет вопрос, и он так или иначе на него будет отвечать. Может быть, он будет что-то фантазировать, или додумывать, или домысливать, придумывать, и неизвестно, что он придумает. Когда ответа нет во мне, то в этом случае, зная такую особенность, вы все равно… Люди так или иначе всегда ищут причины. Вы, зная вот эту особенность, заранее человеку даете простое обоснование. А теперь более подробно психологию влияния. Итак, первое – это правило инерции. Инерция. Очень часто люди функционируют именно инертно, находясь в ситуации покоя, бездействия, до тех пор, пока какая-либо внешняя сила не изменит положение. Вдумайтесь в следующую речевую формулировку. Уважаемые коллеги, до 8 часов вечера я ожидаю от вас заполненных заявок. В случае, если в 8 часов вечера от вас не поступили заявки, то я автоматически буду считать, что вы согласны. Почувствовали, увидели вот эту инерцию? То есть в тех ситуациях, когда мы предполагаем, что наш коммуникант или та группа, с которой мы общаемся, скорее всего, ничего не будут делать, то мы, зная вот эту особенность, применяем ее на свою выгоду. Например, у вас на работе коллеги планируют какой-либо проект, и вы понимаете или вы подразумеваете, что, скорее всего, никто на себя не будет брать инициативу, и все так и останется на уровне просто задумки, то вы в этом случае сразу же берете на себя первый шаг. Берете на себя ответственность. Допустим, создаете какой-то файл, какой-то документ, и затем уже ваши коллеги будут отталкиваться от вот этого документа, от некой таблицы, как от некой рамки. Вы как будто бы какую-то канву им создаете, и затем уже другие люди будут накидывать свои предложения в то, что уже вы изначально сформировали.
в дальнейшем это будет уже вот так вот развиваться. Вот это правило инерции очень прекрасно выражается в продажах, например, в интернет-маркетинге. Когда вы, допустим, на телевизоре заходите в некое приложение, где можно смотреть фильмы, и вдруг, увидев то кино, которое вас заинтересовало, вы также замечаете, что это кино доступно только по подписке. И подписка платная. Однако приложение вам говорит, что вы можете сейчас оформить бесплатную подписку в течение месяца, просто укажите данные своей карты. Или же вы слушаете в каких-то социальных проектах музыку или смотрите видео, и время от времени возникает назойливая реклама, то социальная сеть вам говорит, что вы можете оформить тоже определенную подписку и отказаться от просмотра рекламы на месяц. Просто введите данные своей карты, и уже, как правило, в нужном месте, в нужном пункте стоит соответствующая галочка. То есть, смотрите, в течение месяца вы будете некой услугой пользоваться бесплатно, уже предоставив свои данные. Затем, по истечении месяца, уже услуга для вас перестанет быть бесплатной и станет платной. И по итогу месяца вам необходимо будет что-то сделать для того, чтобы приостановить пользование какой-то вот услугой. Например, отключение рекламы или просмотр фильма. То есть именно на инерцию здесь и рассчитано. Человек будет месяц чем-то пользоваться бесплатно, пройдет месяц, ему будет лень отключать уже услугу, ставшую для него платной, просто позабудет, просто закрутится в рамках своих бытовых, рабочих обязанностей, а вдруг человеку просто понравится вот эта услуга, и он не захочет, в принципе, от нее отказаться. То есть через месяц нужно будет что-то сделать для того, чтобы отказаться от уже платной услуги. Первое правило инерции. Второе правило уступки или взаимности. Некое «ты мне, я тебе». Когда вы идете к человеку для того, чтобы установить с ним лучший контакт, или вы понимаете, что вы что-то будете просить от этого человека, то совершите некий презент, подарите ему что-то, пусть даже самую мелочь. Чашку кофе, да, как-то позаботьтесь о нем, банку колы, какую-то шоколадку. Это может быть разнообразные подарки. Тогда вы сразу же человеку, в него вселяете положительные эмоции. Вы делаете ему приятное. И на добро мы обычно отвечаем добром. Кроме прочего, когда вы человеку что-то дарите, у него затем возникает ощущение, что я должен ответить взаимностью. Это второе правило. Третье правило звучит следующим образом. Это традиции или поведение других людей, той социальной группы, которой человек принадлежит. Допустим, вы идете к какому-то коллеге, что-то ему предлагаете, видите, он замешкался, как-то засомневался, то вы можете сказать: не переживайте, а ваши коллеги уже приняли это предложение, или а ваши товарищи, ваши знакомые уже будут участвовать, а ваши друзья уже вот это купили, все уже вот это приобрели. Как часто мы слышим, это общепринятая процедура, это общераспространенная методика, все так делают, это общепринятая практика, да? Четвертое правило – это правило власти и формальных процедур. Допустим, вы обращаетесь к тому же коллеге, вот на примере я вам поясню, и говорите: предоставь мне, пожалуйста, какую-то информацию, потому что завтра мне с этой информацией необходимо идти к руководству. Вот она, власть, вот тот представитель высокого социального статуса, на который вы ссылаетесь, к которому вы апеллируете. Но это правило не подойдет в том случае, если же ваш собеседник уже является представителем власти. Следующее – это ценности и эмоции. Вот очень условно, очень примитивно можно разделить людей на две категории – на мыслящих и на чувствующих. Когда человек принимает то или иное решение, руководствуется взвешенным, логическим образом, или же когда человек принимает решение на эмоциях. Посмотрите за тем, как строит дискурс ваш собеседник. Что он говорит? Например, он говорит: «я думаю», или там «я не думаю», то-то, то-то. Или ваш собеседник говорит: «я чувствую», да? Или там «я не чувствую», да, «я вот ощущаю». И если ваш собеседник относится ко второму типу людей, вы сможете смело апеллировать к его чувствам, да. Вот правило эмпатии, да, когда мы просим человека нам сопереживать, нам сочувствовать.
когда мы показываем вообще эмоции в общении. А следующее правило, предпоследнее, это правило просьбы. Когда вы подходите к вашему собеседнику, то просто попросите его о чем-то. А могли бы вы мне подсказать там то-то, то-то? А могу я спросить вашего совета? Не могли бы вы мне помочь по такому-то вопросу? Могли бы вы мне что-то порекомендовать? Вы уже сразу же вашего собеседника наделяете в его же собственных глазах определенным экспертным положением. Вот он уже эксперт. Он уже чувствует себя на высоте. Это во-первых. И во-вторых, опять-таки, тоже такая мягкая формулировка, когда мы просто обращаемся с просьбой к другому человеку, обращаемся за советом. Мы уже определенным образом, ну так вот, мягко настроены к нему. И наш собеседник ответит нам той же монетой. Последнее правило – это правило симпатии. Что есть между людьми общего? Найдите, пожалуйста, что-то общее между вами и вашим коммуникантом. Может быть, вы из одного города, из одного района города. Может быть, у вас одинаковая профессия, одинаковое образование, один и тот же вуз вы закончили, одинаковые хобби, одинаковые предпочтения, одинаковые ценности, одинаковое мировоззрение, одинаковые мнения. К своему мы всегда гораздо более расположены. Своему человеку мы с большей охотностью будем помогать. Опять-таки больше будем сочувствовать именно своему человеку. Больше будем прислушиваться именно к своему человеку. От него мы лучше учимся чему-то, от него мы лучше усваиваем информацию. То есть вот прям подчеркивайте чувство общности. И, друзья, смотрите, мы никогда не знаем, что выстрелит, что на 100% подойдет в каждом конкретном случае. Именно поэтому не бойтесь экспериментировать и не бойтесь сочетать одно правило с другим правилом. Это приведет вас к успеху. Одно не получилось, одно не подошло. Попробуйте зайти с другой стороны, использовать другую мою рекомендацию. И если же видео было вам полезно, то, пожалуйста, поддерживайте видео лайками и спасибо вам за просмотр.